Миром правит интерес. Это основа для всех проектов, которые представляют участники форума «Иволга». Чтобы попасть на встречу молодых и сообразительных, необходимо развить свою идею. Новую, интересную, с нестандартными решениями и реальной пользой для общества. Организаторы «Иволги» подчеркивают, мало придумать. Важно правильно представить свой проект, причем быть готовым к внезапным изменениям. Попробуйте дома, на своих родных, близких, друзьях, расскажите о своей идее, и тогда с каждым разом люди вам будут задавать вопросы, вы будете увереннее, ваша презентация на форуме будет более предметной, более яркой, более конкретной. На форум «Иволга» уже подали заявки 5000 человек. Это больше, чем в прошлом году. К концу регистрации 15 мая организаторы ожидают, что на одно место будет до 5 претендентов. Форум будет проходить 10 дней. 10 смен с различными направлениями – инновации, культура, спорт, политика, предпринимательство, патриотизм. Важно постоянно быть в диалоге, не просто на телефонной связи, а именно встречаться с участниками потенциальными, понимать и по проектной деятельности, но и в целом по подготовке делегаций к форуму. У нас на территории каждого вуза располагаются, естественно, тоже консультационные площадки, да, которые возглавляют представители в этом вузе, то есть которые курируют набор, да, как раз вот процесс подготовки проектов. Чаще всего побеждают проекты, над которыми работала целая команда, если идея затрагивает сразу несколько сфер и участники хорошо разбираются в своей теме. Но новичкам не стоит опускать руки, говорят организаторы. Иволга – это место, где победить может каждый. Олеся Корецкая, «События».